Все началось с Арцаха, такие люди, как Игорь Мурадян, зажгли огонь в Гадруте, и огонь этот дошел до Еревана, а затем вернулся в Акну, Джракан, Варанду и так далее, но Игорей было мало. Вот почему мы освободили Арцах в 1991-94 годах, но в нашем политическом сознании, на пути к созданию государства мы не освободили Арцах, и процесс государственного строительства остановился. Мы остались в идеологическом ядре Советской Нереспублики, поэтому пошли по пути независимости армянского Марза Арцаха, признав территориальную целостность Азербайджана, включая Арцах. И именно по этой причине мы потеряли Арцах. Сегодня мысленно мы должны освободить Арцах и, соответственно, заложить основы новой республики, так как Третья Республика умерла. Но мы есть, и мы, поколение независимости, мы обязаны возобновить движение 1988 года. Самвел Асликян, участник Национально-демократического полюса. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных новостей.